причины – рост цен на краснодарских курортах и возрастающая популярность Крыма. В июне гостиницы в Геленджике и Анапе почти пустовали. Сейчас ситуация начала выравниваться. Эксперты отмечают, что курорты теряют популярность из-за супербрендов Крыма и Сочи. При этом Геленджик и Анапа всегда считались бюджетными курортами, но за год услуги местных ательеров подорожали на 10-20%. Во многом это произошло из-за девальвации рубля, роста стоимости продуктов и коммунальных услуг.